Вот холл нашего хостеля. Здесь вот на этом втором этаже живет Инна. Вот эта квартира ее, 207-я. Так, ну, Инночка, привет. Начинаем съемку твоей квартиры. Так, начнем отсюда. Так, вот у нее такой красивый зеркальный шкаф большой. Тут вот телевизор, еще один шкаф. Так, журнальный столик, диван. Диван. Массажер на диване. Массажер вот она показывает. Рассказывай, если хочешь что-то, расскажи. Все функционально. На двери у меня висят сразу маски, палка и рожок для обуви. Так. Между в этом узком пространстве между шкафом и стеной уместилась лестница, гладильная доска и сушка для белья. Угу. Очень даже хорошо, много тут места получилось. Видишь, как много всего. Вот идем к окну. Тут у нее два окна. Два окна, да. У окна стоит, так сказать, мой кабинет. Это стол книжки, где размещается там, компьютер, это увеличительное стекло, карандаши. Угу. Рабочее твое место. Рабочее место. А где у тебя компьютер? А компьютер вот под телевизором. Потому что это не было продумано. Ага, ну да, здесь немножко тебе ноги надо куда-то. Да, дело в том, что мы не рассчитали, нужно было сделать короче и там оставить место для этого. Я была в таком состоянии. Да, вот у нее тут компьютер. Так, теперь вот поворачиваем дальше. Это моя спальня. Да, вот рассказывай дальше. Это моя спальня. Кто был у меня дома, помнит все украшения, как висели там, так и тут висят. Тоже дверь. Кровать у тебя, матрас какой? Как матрас, хороший матрас. Хороший. Ортопедический. Ортопедический. Вот картины висят, вот шторы красивые. Шторы, картины мои, что уместилось, что взяла с собой. Угу. Да, двери тоже все используется. Тут у меня висит форма для зарядки, ночная рубашка. Дальше идет, вот я говорила, что у меня от кровати до душа один шаг. Да. Все очень удобно, все на расстоянии. Очень близко. От того или двух шагов. Так, заходим в ванную комнату и туалет, правильно? Да. Вот, это ее. Тут у нас бойлер, электрический, вода нагревается за 5-7 минут, это вообще фантастика. Туалет, это душевая кабинка. Вот с окном очень удобно, да, очень удобно, потому что проветривается все. Так, это умывальник. Умывальник тоже очень удобно, вся химия размещается в этих ящиках, здесь все полотенца. Да, зеркало, шкаф для всего. Обогреватель. Угу. Обогреватель, когда холодно купаться, чтобы было тепло. Да, вот такой шкафчик, здесь все у нее находится. И вот это вот рядом сразу тут и спальня. Вот, и дверь за... И совсем тут три шага, и все, и да. Спальное место. У изголовья сразу стоит радио, да. Которое могу слушать днем и ночью. Ага. Висят твои какие-то картиночки. Вот они, да. Это у тебя это наклеены, да, или как там? Да, это да, японское изделие. Японские, китайские, все, все подарено. У тебя мозган есть и вентилятор еще? Обязательно мозган. И вот еще у нее этот... Вентилятор такой наспольный, потолочный. Да, потолочный вентилятор, но кроме этого есть мозган. Угу. Ну вот это мы квартиру теперь с этой стороны смотрим. Так, тут тоже какие-то картины у тебя висят, ну, да, красивые. Дон Кихот и Мона Лиза. Мона Лиза.
Я вам потом пойду, покажу, какой секрет этих картинок. Их можно рассматривать бесконечно. Ну, там как ребус. Да. Ну вот, это сейчас мы идем на кухню. Она у нас вместе с салоном соединена. Но все равно очень удобно. Вот большой холодильник. А здесь у нас тоже окно. У тебя здесь этот электрический у нас всех плиты. Да. Электрические. Газом мы не пользуемся, тут газ не разрешается. Здесь у меня очень удобный вот такой вот столик. Откидной столик. Ты тут обед даешь, тут, да? Я себе обедаю. Угу. Очень удобно, я могу... Сидя за столом смотреть телевизор. Из кухни могу смотреть в салоне телевизор. Ну да, да. А это вот рабочее место. Тут шайш у нас такой стандартный. Вот шкафчики. У тебя эти шкафчики были, да? Эти шкафчики я все заказывала. Новые делала? Да. А у нас эти были. А это у тебя что тут? Вода? А это для этого? Это кулер у меня, это тостер. Да, да. Ну вот. В общем, ты довольна своей квартирой? Вполне. Ну, скажи, что надо для одного человека, да? Сколько получается метров здесь? 33. У нас две комнаты, у нас 40 метров, потому что мы вдвоем. Так что разница не очень-то большая. Ну, да. Разница, ну, хорошая. Тут получается как полуторная для одиноких людей, которые живут по одному. 33 квадратных метра. Вот мозган. А, да, вот мозган у тебя. Кстати, он почему-то у меня включен. Это вчера сыну было жарко, и он всю ночь был включен. Ну да, так сейчас хорошо. На улице приятная погода. Ну, что-то пожелай, скажи, что ты хотела бы передать. Пожелаю вам выйти из короны, приехать в гости, увидеть все в натуре. Хорошо. Ну, все, на этом мы заканчиваем съемку. Пока.